Да, сначала даже в базу данных. Нам нужно расширить немного базу данных. Нашу таблицу users. У нас сейчас здесь не хранится данных о том, активирован ли пользователь и его активационный код. Давайте добавим два поля. Первое поле будет у нас activated. Оно будет представлять из себя true или false. Да? По умолчанию будет false. И второе поле, назовем его code, да, activation code, varchar 100, по умолчанию ничего нет. Да? Сохраним. Хорошо, теперь нам необходимо перейти обратно в наш user controller и после того, так, до того как, да, до сохранения, нам необходимо присвоить code. Ну, code у нас будет unique ID, функция, встроенная функция PHP, которая генерирует уникальный ID. Затем мы его сохраняем. Да? Activated по умолчанию у нас false. Хорошо. После сохранения мы хотим выслать пользователю activation email. Да? Send activation email. Это мы реализуем в нашей модели. Чего мы хотим? Мы не просто хотим отослать письмо. Мы это можем сделать с помощью стандартных функций PHP. Мы хотим воспользоваться преимуществами Zen Framework и его шаблонизатором. То есть мы хотим иметь те же самые шаблоны, что мы имеем для наших веб-страниц, только по отношению к email. Да? Как мы это сделаем? Ну, давайте для начала перейдем опять в нашу модель User. Создадим здесь функцию sendActivation. Function sendActivation. Activation email. И что мы хотим? Мы создадим с вами класс свой. Собственно, класс, который будет наследовать у нас класс sendMail. Сейчас мы займемся этим чуть попозже. Дальше все, что мы хотим добавить получателя. Да? Он будет this row email. Мы хотим установить subject mail set subject. Активация аккаунта. И мы хотим установить, собственно говоря, тело. Вот этим телом будет заниматься у нас наша, ну, своя такая функция. Да? Обычно для этого создается setBodyHTML или setBodyText. Да? Мы создадим свою. SetBodyView назовем ее, например. Mail setBodyView. Ее еще не существует, мы ее создадим. И вот здесь мы хотим... чтобы как-то выглядело, да? Мы хотим указать первым параметром наш вот файл шаблона PHTML, да? Например, activation. А вторым мы хотим передать ему массив параметров, да? С помощью которого мы будем вставлять какие-то данные. В данном случае нам нужен параметр user, который будет равен this. То есть объект, представляющий себя этого юзера. И после этого мы делаем mail send. Да? Вот такая простая модель у нас. Простой код. То есть, напоминаю, мы создаем, пока еще не существует, мы сейчас этим займемся, свой собственный email. Мы addTo, с помощью метода addTo мы добавляем получателя, то есть кому отсылаем. Мы устанавливаем тему письма. И мы устанавливаем тело письма с помощью шаблонизатора activation, да, шаблона activation. Хорошо, давайте создадим нашу новую модель в каталоге Remchi, создадим файл mail php класс remchi mail, который будет расширять sendMail.
Значит, первое, что мы хотим сделать, это конструктор. Construct. И по умолчанию мы сделаем, чтобы не заморачиваться больше с charSet, мы сделаем charSet F8. То есть, если вы хотите, вы сможете там Windows-овскую, там UTF и любую другую кодировку передавать, но по умолчанию будем использовать Unicode. Parent Construct. То есть, создаем с этим charSet-ом письмо. И по умолчанию создаем отправителя set from, то есть от кого, да? Я использую свой email, который выдан мне провайдером Rancher.ru, и как меня зовут, да, ну мы назовем это Quenny, да? То есть от кого. Все. А теперь создадим метод setBodyView. Значит, он принимает, как мы помним, два параметра. Это имя нашего шаблона, да, script, и параметры, params, который по умолчанию у нас будет равен пустому массиву. То есть, если нам ничего не передано, мы просто передаем пустой массив и дело с концом, да. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится новый layout и новый view специально для целей имейла, да. Итак, layout равен usend layout, layout array, и передаем параметры layout path, да? Layout path у нас будет application path views layouts. Да что ж такое layouts? Хорошо. То есть тот самый путь к layouts, который вот у нас здесь, да, views layouts. Мы создали. Далее. Теперь нам нужно. У нас в директории layouts есть layout.html. Это для нашего сайта. Здесь же мы хотим иметь и layout для нашего имейла, поэтому мы напишем layout set layout, то есть выбрать, да, установить layout наш, и назовем его email. Да? То есть он будет искать в этой папке email php.html. Давайте его создадим сразу, чтобы не забыть. Email php.html. Ну, здесь простой делаем html body echo space layout content, да? Хорошо, вернемся обратно. Ой, не сюда, в mail. То есть мы создали новый layout и установили, какой конкретно layout мы будем использовать. Теперь также поступим с view. View равен usendView. View.